Так, друзья, ну что, я вас всех приветствую. Я очень рад, что я приехал в Прагу. Я очень рад, что вы приехали на мастер-класс. Я постараюсь, чтобы мой мастер-класс «Быстрое рельефное окрашивание» вам был сегодня полезен, чтобы вы взяли максимально много и чтобы вы все применяли то, что я вам сегодня буду рассказывать, да, и показывать свои наработки. Я вам покажу три варианта техник, которые, на мой взгляд, вам упростят работу. Потому что, ну, я как действующий мастер, я понимаю, что у многих из вас есть проблемы со скоростью. У кого есть проблемы со скоростью? То есть копаетесь, долго набираете, долго, ну, все происходит нудно, в итоге большая работа, маленький чек, клиент счастлив, вы стоите в уголку и плачете. Ну, и думаете, а что с этим делать, да? Вот, поэтому моя задача вас упростить, вас ускорить, и, возможно, в течение сегодня и завтрашнего дня, может быть, поговорим на тему, там, как увеличить средний чек, как набрать клиентскую базу, ну, вот вся вот эта вот история, которая нам нужна. Вот, он мне ответил, говорит, у нас в Бразилии, ну, коррекция, ну, такая техника делается один раз в год. Ну, не конкретно такая, они же не дуют, они чешут, да, я вам буду показывать. Вот. Но клиенты приходят раз в месяц на уход и тонирование, и раз в 3 месяца делают контур. Все. То есть здесь отрастает, а здесь всегда свежее. Самое главное, сделайте так контур, чтобы он у вас, ну, чтобы вы могли его повторить на 100%. Контур, я думаю, повторить мы все сможем. Основное правило в зоне контура – это контур должен быть беспрерывный. Запишите, пожалуйста. Беспрерывный – это значит, что я буду подстраиваться под рост волос и ставить свои пряди таким образом, чтобы у меня не было прерывания. То есть если я, например, наберу висок только по диагонали, то у меня вот в верхней секции, в верхней зоне могут быть темные волосы. Поэтому я буду ставить пряди таким образом, чтобы закрыть весь контур, окей? Обязательная история – это уход во время техники. Ну, то есть после того, как вы сделали первый набор, ну, у нас в салоне правило – это всегда мы делаем уход восстанавливающий. В данном случае мы берем Джойка, например, как вариант, или Брай, или там Токио Энкарами уходы перед тонированием. У кого какие уходы в салоне, кстати? Так, VR. Хохонико, хороший тоже. А как? Так, окей. А Медовита как вам? Хорошо работает, да? Медовита. Так, держим. Да. Смотрите, можете записать несколько вариантов работы в данном случае. Если у вас пушок неактивный, давайте мы его обозначим в 2 сантиметра. Вот он такой детский-детский. Мы его пропускаете. Это первый вариант. Второй вариант, если пушок активный, вы можете делать микромиллирование или взять расческу Striper и просто, ну, как бы на расческу промиллировать. Если у вас пушок переходящий уже в такой, во взрослый волос, вы можете его аккуратненько выдуть. Ну, 3 варианта. Пропустили, промиллировали, выдули, например. То есть эта техника максимально простая, она даст там рельеф, она корректируемая за счет своей простоты. Следующая история у нас будет дочищение. После того, как ну, примерно ну, минут 20 пройдет, у нас нижний затылок уже будет готов. Но готов не так, чтобы вся прядь 10.03 получится фон. У нас 10.03 получится фон в прикорневой зоне, в середине, а длина будет немножко плотноватая. В этом случае мы заранее заготовим для дочищения этот же самый продукт,
Только у нас будет для дочищения состав на один шаг выше, чем тот, который я использовал сейчас. В данном случае мы возьмем 6 плюс 9, 1 к 1 окислитель, и разведем этот состав 1 к 2. Так, дальше мы переходим, я это называю серая зона. Серая зона — это та, которую мы часто пропускаем. Вот она находится в верхней части виска. И, знаете, мы или ленимся, или пропускаем. Но наша задача — не пропускать эту историю и аккуратненько поработать. Нет, чуть-чуть голову. С верхней частью, с верхней височной зоны. Так. У нас здесь височная зона достаточно слабенькая, такая неактивная. Поэтому волосы пушковые, не очень удобно работать. Так, внутренняя секция. Мы прорабатываем краевую линию, соединяя нижний затылок с височной зоной, то есть над ухом. Еще такой момент. Рельефные техники, как правило, перекрываются у основания пряди. То есть корень все равно не... Ну, в большинстве случаев прикорневую зону нужно перекрывать. Я вам группу прислал, фотографию до. Посмотрите внимательно. Я ее полностью перестриг. Фотография до. И я хочу вам показать ее, ну, как я ее простригал, как я ее создавал слои, которые позволят мне сейчас сделать нормальный начес. Значит, я выделял каждую секцию, каждый блок, брал прядь тонко, вертикально, вот так. Вот смотрите, сейчас я ее продую. То есть видите слои? Вчера их не было. Вчера была просто, ну, прядь, которая, знаете как, вообще без слоев. То есть сейчас вы видите слои. Значит, как это делается? Я беру расческу страйпер, натягиваю прядь под углом 90 градусов от головы. Дальше вставляю эту расческу в прядь, делю ее на две секции. То есть на два блока. И то, что у меня в руке, филировочными ножницами под углом 45 градусов делаю три среза. Раз, два, три. И у меня получаются слои, которые я потом буду или вычесывать, или выдувать и так далее. И так простригается или вся голова, или блоки, в которых нет слоев. Бывает нижняя затылочная зона, слои есть, в середине слоев нет. И вот для того, чтобы они появились, вот вам метод, как это делается. Давайте еще покажу одну прядь на всякий случай. Смотрите. Вот мы когда стягиваем прядь. Почему стягивание — это лучше, чем смывание? Потому что мы можем, у нас есть шанс всегда дочистить там, где надо. Если мы смоем прядь, если мы смоем, у нас не будет такой возможности. А так мы смотрим на прядь. Вот, и вот где нам надо дочистить, вот скажите. Вот сюда мы и наносим. Как вы это сделаете? Я краще забрала потерш. Я краще уже забирала, поки ще не сняла. Возьмите с полотенцем, салфетку, убирайте сантиметры, миллилитры. Просто берете и наносите. Ну, и наносите. Що ти зробиш косички? Так, стойте. Тут уже немає часу на косички. Тут треба знімати оці дівчині, ці останні прядки, нам треба замотірувати. Замотити, коротше. Ми запускаємо голову. Тим більше смотрите, ви берете от прядь, убирайте в сторону. Держите. Следующую прядь, убирайте в сторону. Следующую прядь убирайте в сторону. И вот так вот вы просто убираете в сторону пряди, которые вы выдули. И потом одним махом вы их затонируете. Не понятно? Не можу думать, да? Можно такое просто вот так, да? Да. А я тебе буду перки тримати, а ты... Я буду... Все, так, окей. Давай. Поднимаешь, я тебе сейчас подниму.